Со школы еще меня называли и клоун, и паяц, и как только не называли. Я любил смешить публику. И сейчас люблю, но уже гораздо серьезнее. Спародировать нетрудно, вот сделать, найти себя. И чтобы тебя пародировали, это совсем другое дело. Другое время, другой юмор. Хотя жизнь такая, что материала очень много для юмора. Артист, який лічить, что спародировать не тяжко. А вот знайсти себе, каб спародировали тебе. Это, как кажут у Одессе, две великие розницы. Роман Карцев у программе «Дозвольте рассказать» на Беларусь 3.